Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Алгебра 7 класс» автора Мерзляк, Полонский и Кир под номером 1026. Нас просят решить графически систему уравнений. Чтобы решить графически систему уравнений, нужно построить на одной координатной плоскости графики уравнений, входящие в систему, найти координаты всех точек пересечения построенных графиков, и полученные пары чисел и будут искомыми решениями. Итак, выразим одну переменную через другую. В первом уравнении мы сначала выразим с вами y квадрат через x квадрат. Y квадрат равно x квадрату. Во втором уравнении выразить легче x через y. 2y переносим в правую часть уравнения, меняем знак на противоположный, будет минус 2y плюс 3. И первое уравнение у нас разобьется на два уравнения. Первое y равно x, и второе y равно минус x. А второе так и оставляем. X равно минус 2y плюс 3. Ну и теперь, я думаю, можем не составлять с вами даже таблицу решений. Прямые y равно x и y равно минус x – это биссектрисы координатных углов. Но если для кого-то это сложно, то давайте запишем. Y равно x. Таблица значений. Нам нужно только две точки, потому что графиком линейного уравнения с двумя переменными является прямая. А чтобы построить прямую, достаточно двух точек. Итак, если x равно 1, то и y равно 1. Если x равно минус 1, то и y равно минус 1. Для второго уравнения составим таблицу значений y равно минус x. Если x равно 1, то y будет равно минус 1. Если x равно минус 1, то y равно 1. Ну и теперь для третьего уравнения. X равно минус 2y плюс 3. Составляем таблицу значений, чтобы узнать, через какие две точки мы будем строить график. Если x, y мы возьмем значение 0, то x будет равно 3. Если y значение возьмем 1, минус 2 умножаем на 1, минус 2, минус 2 плюс 3 – это 1. Все, строим систему координат. Итак, строим прямые. Y равно x и y равно минус x. Первая прямая проходит через точки с координатами 1, 1 и минус 1, минус 1. Проводим через них прямую. И теперь через точки отмечаем их с координатами 1, минус 1 и минус 1, 1. Эти прямые и будут графиком уравнения x квадрат минус y квадрат равно нулю. Теперь построим график уравнения x плюс 2y равно 3. Отметим точки. Первая точка с координатами 3, 0 и вторая точка с координатами 1, 1. Проведем через них прямую. Подписываем прямую x плюс 2y
равно 3. Ну и теперь находим координаты всех точек пересечения, построенных графиком. Первая точка пересечения – это точка с координатами 1, 1. И вторая точка – это точка пересечения графиков с координатами минус 3, 3. Один, один и минус 3, 3. Получены пары чисел и будут искомыми решениями, поэтому запишем ответ. Первая пара чисел 1, 1, вторая пара чисел минус 3, 3. Рассмотрим систему под номером 2. Итак, у нас система из двух уравнений. Первое уравнение – модуль y минус 2x равен 3, и второе – x минус 2y равно 0. Страшно выглядит, но на самом деле мы знаем, что модуль равен 3 только у двух чисел, у 3 и минус 3. Поэтому первое уравнение будет у нас y минус 2x равно 3. И y минус 2x равно минус 3. Графики двух этих уравнений вместе и будут являться решением или графиком уравнения модуль y минус 2x равно 3. Во втором уравнении выражаем x через y. X равно 2y. Выразим y через x в первом и втором уравнениях. Y оставляем в левой части. Минус 2x переносим в правую и будет 2x плюс 3. Второе уравнение. Y равно 2x минус 3. И x равно 2y. Составляем таблицу значений. Для первого уравнения y равно 2x плюс 3. Возьмем вместо x 0. И тогда 2 умножить на 0 это 0, и 0 плюс 3 это 3. Точка пересечения графика с осью ординат. И второе значение возьмем минус 1. 2 умножаем на минус 1 это минус 2, минус 2 плюс 3 это 1. Для уравнения y равно 2x минус 3. Составляем таблицу значений. Если x равно 0, то y равен минус 3. Если x равно 1, то y будет равен минус 1. И сразу составим таблицу значений для уравнения x равно 2y. Это будет прямая пропорциональность. График этого уравнения проходит через начало координат, потому что если y равно 0, то x равно 0. Если y равно 1, то x будет равно 2. Все, отмечаем эти точки на координатной плоскости и строим графики. Отметим точки 0, 3. И минус 1, 1. Проведем через них прямую. Теперь проведем прямую через точки 0, минус 3. И 1, минус 1. Как мы видим, эти прямые параллельны, потому что коэффициенты перед x у них одно и то же число 2. Поэтому запишем, это у нас y равно 2х минус 3
y равно 2x плюс 3. Ну и теперь построим прямую через точки 0, 0 и 2, 1. Построили график уравнения x минус 2y равно 0. И теперь находим координаты точек пересечения. У нас две точки пересечения. Первая точка с координатами 2, 1. И вторая точка с координатами минус 2, минус 1. Полученные пары чисел и будут искомыми решениями. Ответ. Пара чисел 2, 1. И пара чисел минус 2, минус 1. Рассмотрим третью систему.